Ребята, всем привет! Сегодня с вами снова Михаил, и вы вновь на моем канале. Сегодня день необычный тем, что сегодня Светлое Христово Воскресенье. Сегодня принято поздравлять друг друга с праздником Пасхи. И сегодня, приветствуя друг друга, все говорят вместо слова «здравствуйте», говорят «Христос воскрес». На это выражение отвечает «воистину воскрес». Вот поэтому я сегодня вам хочу с вами поприветствоваться так, как должно было полагаться. «Христос воскрес». Итак, «Христос воскрес», ребята. В общем, вы вновь на моем канале. И сегодня, как я уже говорил, день Светлой Пасхи. И по этой причине хочется с вами сегодня провести этот влог, небольшой и короткий, чтобы и поздравить вас с этим праздником тоже хочется мне. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи, успехов, чтобы в ваших семьях всегда все было хорошо, чтобы никогда не была на пороге в ваших домах самая главная беда. Ну, а если, как говорится, вдруг что-то произошло, никогда не падайте духом, никогда, в общем, все, чтобы у вас в ваших семьях всегда было хорошо. Я всех поздравляю с Пасхой, даже не только своих дорогих подписчиков, но и своих одноклассников. Тоже хочется пожелать, чтобы у всех все было хорошо, чтобы в каждом доме царил покой, уют, тепло и понимание родных и близких, чтобы были верные и добрые друзья на пути. Ну и поэтому вот сегодня записываю такой небольшой короткий влог. Сегодня чудо произошло поистине, чудо, потому что в этот день есть поверье, что Иисус Христос после своего распятия ожил, воскрес и вознесся на небеса. Родился там как бы заново. Воскрес и вознесся на небеса из гроба Господня. Когда гроб открыли, увидели, что он совершенно пустой. И с этого момента стало вериться в то, что мы победили. Вот этим воскрешением была победа над смертью. Жизнь победила смерть. И поэтому один из символов Пасха и кулич, а еще красят яйца, яички красят, чтобы это символ, значит, рождения и, опять же, новизны, победы, как я уже говорил, жизни над смертью. Ну и, ребята, в общем, кто вот празднует как Пасху, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Сейчас, кстати, идет карантин, самоизоляция, поэтому немножечко даже вот все празднования, как бы официальные, такие большие, уже не так проводятся, как положено. Служба даже проходила в более таком закрытом режиме, что ли. И я, значит, кстати, Белоруссия, вот вы молодцы, я вчера смотрел белорусский канал, они, значит, праздновали, там тоже была прямая трансляция Пасхи, несмотря ни на что, пришли люди в храм. Я, конечно, понимаю, что сейчас этого делать нежелательно, но тем не менее, вот я вчера, когда смотрел, там было очень много народу, и они верили в то, что в церкви, они, ну, как бы писали в комментариях, что прихожане верили, что церковь поможет их и огородит от нынешней ситуации, от коронавируса, и, в общем, ничего им там не будет грозить. Но московские власти, российские власти, в общем, предостерегли этот момент, карантин не позволяет посещать вот такие многолюдные места, и
Самоизоляция, вот я как уже говорил, уже такую неделю идет, но думаем, что будет все хорошо, поэтому берегите себя. Пишите, да, кто вообще как праздновал Пасху. Что, мы вот, например, сегодня покрасили яички, куличики покупали утром. Раздавление у нас было, уже ничего не осталось. Ну и пьем чай со всякими вкусняшками, с шоколадками, с конфетками. Ну и, в общем, вот как-то вот так вот проводится у нас день Пасхи на карантине. Очень такое светлое на душе состояние, да, вот как-то чувствуется легкость такая. Пишите, пожалуйста, в комментариях, чувствуете ли вы на душе, что у вас происходит в этот великий светлый день. Всех я поздравил сегодня тоже со всем этим светлым днем, в общем, всех, и пожелал тоже всем крепкого здоровья в виде открыточек, но вот под вечер решил записать вот такой короткий еще влог. Я думаю, что этот влог будет как бы поддержкой для вас всех, мои дорогие подписчики и друзья. Не теряйте самообладание, не падайте духом, все у нас будет хорошо. И если, допустим, даже вот близко к этому дню, если у вас случилось в доме горе, беда у кого-то, то в этот светлый праздник пусть ваша душа обретет покой, немножечко будет легче, немножечко полечит вам этот день ваши души, сердца, наполнит немножечко благодатью и радостью. Есть в жизни черные и белые полосы. К сожалению, наша жизнь похожа на зебру. Ничего с этим не поделать. Но в этот светлый и радостный день мы будем меньше говорить несмотря на все жизненные обстоятельства и невзгоды, только о светлом и добром. Я вас всех очень люблю, как я уже говорил, и всеми вами дорожу, кто со мной общается, кто со мной дружит, кто мои друзья, мои знакомые лучшие, тоже всех, кого я знаю, всех своих родственников, всем большой привет передаю, всех поздравляю вас с праздничком, всем мира, всем добра в ваших душах. И не сомневайтесь, что когда-нибудь у нас все будет хорошо, и не только проблемы семейные, но и в мире в целом будет, как и раньше, все хорошо. В принципе, самое главное не паниковать, соблюдать предписание режима, и надеюсь, что карантин у нас пройдет с вами. Ну, можно сказать, что удачно, и на карантине, конечно, есть свои плюсы и минусы, но не киснем и не теряем самообладание, все у нас будет хорошо. Ребята, я вас всех очень еще раз поздравляю с праздником, всем вам желаю терпения, удачи во всем. Ну и сегодня такой вот мой влог короткий, я особо сегодня не готовил, так вот экспромтом вам сейчас записываю, ну поэтому, наверное, так душевно и получается. В общем, кушайте вкусняшки, кушайте яички и куличи. Ну а с вами был Михаил Абрамов, и до новых встреч, увидимся на моем канале. Всем удачи, здоровья, пока. До новых встреч. Не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. И про лайки не забываем. Ну и пишите в комментариях, где кто и как празднует, у кого Пасху. Ну, особо сейчас ходить уже нельзя в стадии карантина, но как бы семейный праздник, наверное, у вас накрыт праздничный и стол, и вы кушаете и общаетесь друг с другом. Ну, ребята, в общем, я вас всех очень люблю. В общем, всем огромное спасибо, кто сегодня меня смотрел. Заходите на мой канал, смотрите видео и не забывайте мне писать комментарии. Самое главное, ставить пальчики вверх, это лайки. Ну и, в общем,
и подписку тоже проверяйте, чтобы ваша кнопочка была серенькая. Если у вас кнопочка серенькая, значит вы подписаны на мой канал. Все, ребята мои дорогие, всем удачи, всем здоровья и пока. Пока. До новых встреч на моем канале. Пока.